первые начинали. Мы ждем, блядь, ждем. Блядь, надо Димку позвать. Ты уже зашел, фиделист. Нет, не ты? Распутник, ну ты тоже, да? Команду петухов решил присоединиться. Ох, кто это? Коричневая? Да это похуй, это просто... Мэмори, нажми 2П. И все нормально будет, заебал. Да ладно тебе, 2П. Да. Так а чё, ну по-честному чтоб было. А кто зашел? Первый. Женя. Бля, ну так мы вчера начинали, сегодня какая разница? Камон. Ладно. Так мы 6-6 играем или чё, или 6-5? Я не знаю, я не могу понять, кто эти, блядь, 11, 12, хуй пойми, блядь, вообще. А кто 11, 12? Самые нестабильные, блядь. Перезайди, ленинист, у тебя ник ВВВ12 зашел. Нет, у него фиделист ник. Ты вышел 11. Как можно выйти случайно, блядь, ебать? Да у него сглючило. Бывает, когда быстро перезаходишь, ник у меня нет. А тот еще сидит какое-то время на сервере другой. Блядь. Я не пойму, блядь, одного получается нет. Не пойму. Значит, если одного нет, если одного нет, то хули тогда тут и начинать. Я не знаю, как переделать. Да, у них. У них слабее намного так получится. Ну, Куньо будет играть. Куньо, будешь играть? Куньо, где ты, блядь? Куньо, ты сверстал там уже все секции? Нет? Я не буду. Скрипты написал? Все, работает. Не за них, против меня, давай, отомсти мне, давай. Распутника нет? Да. Да. Куньо, за них, не за меня. А жгуну, может, напишешь или кому-то? А ну напишите жгунишки. Все скажут, спать уже. Ну блять, ну напишите, вон он есть в онлайне. Кто-то ему пишет? Да, напишу. Кто-то пишет. Пишет он, пишет. Да. Пишет. Ладно, давай пока выберем. Давай. Кто там? Давай. Ничего нет-то, ну, блядь. Поздно осмотреть стрим от начала до конца, блядь, не поздно, да? Давай, от начала до кончала. От кончала до кончала? Ребята, если так будет продолжаться, всё, я... выбирайте. Как человек спокойный, я просто ливану и всё. Прямо сейчас. Давайте, решайтесь. Сейчас, будем. Подойдёт, да, жгунишка? Жгунишка идёт, не... Да, мы ждем. А, ну, давайте тогда расходимся. Пока. Да, расходитесь уже, кто где. А, ну, конечно. Переходим к... Похожку. Ты в этот, вливаешься в ленинский отряд в них. Вперед. А чё уже гунишки там у тасманского дядя? Филателисты перекиньте. А то... Каким образом, блять, кто-нибудь? Я не могу, у меня нету, блять. Ну, мемори. Ну что там? Так, драка надо 50. Филателист. Начинается со скандала, блять. Команда, да. Заканчивается победа. Уперлась к тебе с тобой пообщаться, мы тебя любим. Так, кому силачей? Я надеюсь, я в атаке? Девятка. Не знаю. Ну и что, что девятка? Блять, как ты мог? Давай, короче, мне фиг с ним, ставь мне 50-ника. Хрен с ним. Просто будешь мне давать, я буду туда загружать. И... Запах. Не могу тебе сказать, да что? Кто у нас седьмой? Куба? Это мини-батл, ёбаный. Женя, победитель. Два мини-батла подряд выигрывает. Хуба, ты будешь в защите, Хуба? Без разницы, я везде буду. Давай. Мэмори, ты тогда совсем впереди. Так кто у нас на воротах? На воротах не напал. Я, блядь. А разберемся мы. Просто друг друга крыть, и все будет пушком. Все, погнали. Ну они же не играют. А, за
мой включить. Римочка, мы тебя любим. Попочку трахать наш ты зайка. Римочка, пупсик, давай не убивай-ка. А попку подставляй-ка. Ладно, давай. Наоборот. Да ну, блядь, у меня сейчас не получится, супер, ебать. И такой вихрь, как в аниме, ой, эти листья, как в аниме. Ну пиздец, вот нахуй это делать, блядь. Нормально все. Все заигрывает. Ну как, блядь, пиздец, ну минус супер просто на нашей разминке, ебать. Ну все, предъявишь по почте. Пупсики! А, мы весь где-то работаем. Простите, блять, куда? А, видал, я прыгнул, и он типа в прыжке полетел за мечом назад. Блять, не знаю. То есть он вообще телепортировался, блять. Блять, это жестко. Блять, гравити 800. Не, гравити не 800, гравити. А у них хаят же, да, стоит на уровне? Да. Наверное. А если пассами раздаёт, то не попадает. Ну, видишь, он хорошо поздал. Ну, как бы это, блин, в такой ситуации... Не, хотя там никого не было. А вообще, если на тебя нападают, как подумаю, надо сдавать пассами. Так он может дать боту, блядь, ближайшему. Ну, не боту, в данном случае игроку, но ближайшему. Хорош. Ох, ты, блядь, припечатала. О! Надо было сразу прыгать. Видишь, он опять тупо сдаёт, блядь, и получается вот эта петушиная хуйня. О! Отнась. Блядь! Блядь, а чё у меня? Я б не спрыгал, клянусь, Аллахом. Аллахом. Не, серьёзно, я не зажимал. Блядь, опять не получилось, сука. Я внизу. Евгений Филатерист, он вылетел. Ох ты, блядь! Да блядь, да как он, блядь, ну это пиздец, реально, я уже раз отбился. Да блядь! Опять они. Ну я думал, что... О, хорош, я думал, что я успею. Пойду, блядь, это никто не ожидал. Конечно. Неожидаемо. Ой, да. Давай. Меня убили. Неожидаемо, что постоянно у них на подборах все. Отлично. О. Неожидаемо, что мяч теряется и, блядь, все. Ну как, ну и сразу он дает вперед на подборе. Да, блядь. Это как бы неправильно. Как? Кто-то должен быть защитник. Вот, смотри, опять он, да? Блядь, повезло, пиздец. Я промазал. Блять, ну пиздец. Хорош. Слишком много ударов по нам, очень много. Бля. У меня пузеблинчики припекли. И один кто-нибудь впереди тоже, блин, постоянно будьте, а то тогда сауда выкинули, никого нет впереди. А мы на да, мег. Нравится. Хорош, наебал все. Супа, супа. Отлично, убить его нахуй. Так, я остался в защите. Я подойду для, чисто, блядь, для вот, да. Отлично, все. Там же я. Ну, я... Все, да, мне можно в атаку? Ну, нормально, ну, понятно. Ой, че. Я двоих снял. Все просто с головы. Бэээ. Да ёбану, фридрите, блядь. Я не бил никого, я не знаю. Так тебя в том-то и дело. Че вы, 5 на 5? Да, 6 на 6. Ой, блинчик, ты не успел. Ух. Ах ты чё? Бей, бей.
Да ёпты, блядь! Сука, меня подлагал, я не достал. Может кто-то уйдет впоследствии, не выдержит. Да, блядь. Бери. Блядь! Меня сбили, блядь. Давайте, собрались, мы проёбываем. Я, блядь, не ожидал, что меня могут сбить. Я сейчас думаю, счет 2-3, наверное, уже такой невозможно, а это в том тайме все было. Выкрутил, я выкрутил в нижний угол. В нижнюю штаночку. Блять, я пролетел. Смотри, и почти один на один. Один на один. Это все равно прыгает. Ну как, блять? Я же долететь еще до него должен. Я там по расстоянию не проигрывал. О, отлично. Надо забить. Надо добиваться. Блин, его убить. Я зря. Надо было идти. Еще и ихний, блядь. Смотрите, сейчас сюда будут кидать по-любому. Ну, блядь. Ну, ветер, что ли? О, Мэмори, а что у тебя 12 не подписан? Отлично. Я не... Туда, вперед! Во время игры нашел. Нахуй. Давайте там лосяра. Я бегу в пирет. Блять. Я не бегу. Да как он не умеет. Блять. Ну, блять. Ну я бежал уже. Вы потеряли, пупсики. Пузевлинчики. Ну давайте выиграем. Блять, хотелось бы, но я сомневаюсь. Давай, давай. Ну все, блядь, судья пидорас. Бля, хули там уже Денис там, блядь, перекиси его, блядь. Тупой, блядь. Кого берем? Да ну я не знаю даже, блядь. Давай, может, Симу там, Германию какую-нибудь, блядь. Нормально знаю. Ленис духовня. Че, не хочет идти вниз? Да он вообще в жопу. Чего? Неадекватный вообще в жопу. Ну, понятно, он пятый девять, четвертый девять. Ну че там умный? Сказал? Да. Не понял, да? Да, все поняли, кроме него. Да, да, наверное, давай. Как ты быстро бегаешь? Угу. Что у нас там, блядь? Гроза. Он бегал. Гроза. Блядь, меня убило, я вверху буду оставаться. О! Ой, не то. Блядь, не успеваю. Не, ну, высокопрыгающий не... нереально приходит. Ну, давайте. Блин, блядь. Да ты прыгаешь, что времени, ты заебал. Да ну блять, он выкручивает, как это раньше времени, блядь. Если я рядом, он выкрутил просто, блядь. Ну чё, блядь.
рубли постоянно. Простите, да? Простите, простите. Бить сразу надо будет. Давай, сбить, сбить, просто сбить. Да, блин. Отлично, вот. Пузи блинчики. Пупси блинчики. Пас! Блин, нашел. Еще раз, пас! Ну, я пережил смерть. Нормально, нормально. Вот, вот, я там захотел уходить. Ух ты, выходи, 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 ты что, пусть, блин, а я же там прыгаю. Отлично. Ух ты! Блядь! Да, блядь, ух ты, краснушка! Да, блядь, как я, сука, бежу, блядь! Да не, он не успевал первым. Блять, защитите никого. Какашечки. Давайте, разбирайтесь. Я в центре его. Еще ядочка тащит, блять. Так, а я еще не точно наоборот? Да, да. Не да, похоже, блять. Ну, блин, ну, разоргал. Он же в наворот да, раньше постоянно играл. Он не ставит ему дурака. Нахуй. Бля, ну смерч мой ёбаный, да, блядь! Да, ты что ставил хуйню, блядь? Живой смерч. Славя или мерч. Блядь, ну ёбаный в рот, ну я... Слишком острый угол, я начал прыгать. My fail. Пиздец, блядь. Даже супер не получилось. Бить. Бля. Все, я здесь защитил. Куда один там? Как минимум один. Так, я со вторым. Я со вторым. Я чувствую, что на него бы. Да. Есть. Хорош! Все, ты первый. Первый. Никто, блядь! А я зачем закрыл своим телом. Своим телой. Да, гол. Да! Отлично! Отлично! Отличный добивашеч. По счету на центре. Би, би, би. Да бью, блядь, я, ты думаешь, я... О, отлично, это новый, да, блядь? Так, что, я за вторым? Я себя, как он до тебя пробил, блядь? Немецкого вратаря, блядь, который не пропускал. Желание. Не знаю. Блядь. Вверх можно. Да он, блядь, не с нами, нахуй, сука, блядь. Там такой, да. Вы ж не перекинули его. Он не понимает, блядь. Я перекинул его, он ушел забраться к ним. Очень прикол. Понимаешь? Да? Да. Не, ты его перекинул, он потом вылетел, зашел. Я перекинул его, он ушел забраться к ним. Перекинул снова его. А, ты второй раз перекинул? Да, я сейчас перекинул снова его. Сейчас снова хватит. Давай. Да нахуя ж ты выкрутил-то, блядь? Вот уже мне летело, залом вверх. Ну как это, блядь? Он летел вверх, потом резко вниз. Давайте убираем. Да забей. Слышь, дурак, нахуй ты в ту руму ходишь, блядь? О! Наоборот. О, блядь.
там нет. Чего? Да блять! Друг у друга! Би-би-би-би-би-би-би. Зарядись, зарядись. Давай, все, попробуй. Давайте. Да блять! Пробуй забить. Бить. Да. Да блять. Да блять. Ну его защитить, ну его. Вау. Давай его пиновый, блять, Женя, нахуй, пинай его. Перекладин. Я же... Дайте на меня попасть. Или кто там, нажал уже кто-то? Да сука, вы... Очередь, соблюдайте очередь. Первый бьем. Да. Да блять! Я мудак. Чего шара что ли? Ох, блять, ты дали, блять, нахуй. Вот это, блядь, кунг-фу панда. Какой чмо там постоянно что нажимает, блядь, чат? Пистор, которая там пишет. Блять, не угадал. Идеально. Седьмой. Да нету такая хуйня в прокате. Да на Тимощук с ним поворот. О! Хорош. Отлично, о! Юлик красава. Все, мы выиграли, точно. Еще по удару, но мы выиграли. Ты бьешь, Женя. Да, блядь. Ну, блядь, пьяный. Ну, ты говоришь, что ли? Мы говорили. Да, мы выиграли, это уже точно все. Все, дырка, я все отбил, я выиграл, блядь. Кто, блядь, кто у них? Я все отбил. Нихуя. Я... Я не верю. Отбил, а ты даже не ударил, потому что... На туре я зачитаю, нихуя себе. Засал даже ударить, нет, даже на это не хватит. Да, наверное, что делать-то? Мы за Италию. Справа мы сейчас. Видят суперы-пуперы. Да, на разводке мне. Я сразу ебашу мне туда. Все, играли. Супер не делал на разводке. А? Еще ни одного супер не делал. Ты что, гонишь, блядь? Ты, может, стрим потом пересмотришь? Все летело супером, блядь. Каждый удар. Я не знаю. Супер. Вынеси. Это гол. Да. Я еще вынес. Нет, это не Аязыча вынесла, а вынесла защитника. Аязыча вынесла. Да не Аязыча вынесла, блядь. Аязыча тоже вынесла. Тоже вынесла. Он рядом стоял, блядь. Блядь, на стриме потом покажу мне там при записи. Аязыча нету. Аязыч пришел. Да-да-да, вижу. Тут, блядь. Просто отбей. Блядь. Отбей, я ж тебе правильно все сказал, отбей, я выбью сразу. Не, просто он так мяч закрутился. Вот заебись, блядь. Сейчас опять отбивай, просто отбивай. Вот так, нахуй. Давай, прыгай, похуй. Ну да, куда? Бро, как шо так, так это... Там четвер был вокруг, что я сделал? Нормально, но работа поставила. Я прямо пробил. Ладно, понятно. Ступа, ступа. Ого! Бля, сейчас я зачитаю, наверное. Да ты петух драный, бля! Да. Да как он, блядь? Вот я же по диагонали упрыгивал. Блин, ну не покручивай. Было бы красиво. Ну не покручивай.
давайте, давайте. Бежит, сука. Отбей, просто отбей. Отлично. Он в вихре, блин, в вихре. Меня унесло. А я... вихре. Давай, ты первый. Никого нету, как кто первый? А всех унесло от мерча. Никого там нету, да. Из наших, я не имею. Просто отбивай, просто отбивай. Блять, тут бы отбить. Блять, меня снесло. Блять. Блять, давай, давай, давай. Да блин, ну седьмой он бежит. Блять. Я уже до этого прыгнул. Давай, нет. А вот почему не супер, это вопрос. Я тебе говорю. Блять, я тебе покажу стрим, блять, запись нахуй. Я сделал 4 супер мини, блять. Не рассказывай хуйни. Красные все сразу залетал и делал, блять. Что ты рассказываешь, что я ни одного не сделал? Я не трогал его. Кидай, кидай. Да супер. Блин, меня перебил. Почему? Ну чё, вы чё? Как он тебе как пас дал? Эх. Я в руки брал. Оп. Давай. Бля, могли больше забить. Но не получилось. Почему? Да, нет, счет, нет. Да нет, супер, с линии, чё ты? Да как нету, блядь, мне да еще штук 100 упустил, блядь. Есть с линии 100%. Я вчера даже показывал, блядь, один за одним получался. Так, я получал хорошо. Первый? Нет. Бей сразу. Отбить. Нормально. Нормально. Я со вторым. Я со вторым. Да, блядь, ну кто? Это не я. О, отлично. Я не нахуй. Угу. Убейте его, нахуй, убейте. Так, я подаю, аккуратно, один назад кто-то, блядь, на кухне. Я подаю. Давай, подожди тебя. А, забивай, кубчики. Забивай, забивай. Так, кто? Отлично. Убивать не могу, меня считаю, я возможно. Убивать не рыб. Би, би, би! Да вспышка! Да и он не прыгнул рыбкой, что я тебе сделаю? Блин! Я убил никого, я убил никого. Сейчас так раз. Получилось. Так, я подбегаю, я подбегаю. Я со вторым. Самому лучше. Он летать отсюда, ударить, просто там и крутить, но уже поздно. Да просто ёбка. А, наебал. Дёрнул. Дрогнула рутатарская рука. Ёбан, бля, чувак. Позвал, что ли, ебу, бля. Просите на себя. О! Да. Ай, я не успел выпрыгнуть. Сука, блядь. Да пох. Отбей крутил. Остался, остался. Я со вторым. Я со вторым, по-любому. Я не вижу никого, блядь, здесь. Я просто не вижу в этом мясе вообще, блядь. Блядь. Блядь, Витю. Нахуй. Бей, 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 бей. А я где, блядь? Да, блядь, никого не видно, я нихуя не понял. Я тебе проебал тоже, блядь. Пиздец. Давай, я сейчас сделаю точно. Вот так, нахуй. Ты а в ручки возьми. Так пусть берет. Блядь. Блядь, он тут. Резко. Хорош, выйдет от него. Отлично, наш мяч. Просите туда, блядь. Мимо, блядь, меня бразилец тупо сносит в прыжке, хотя я прыгаю. Блядь, ну вот пиздец. Брат. Хорош. Вниз, вниз. Ты чёрт, блядь, вот это. Хорош. Нахуй все отсюда, блядь, 12. Я не знаю. Кто не 12? Живой. Юрий? Газ жгон.
А зачем они свапа? А и вроде. Что ты хочешь здесь? Поставь? Первую Японию. Ну, паузу, блядь. Чтоб ты видео посмотрел паузу. Первую Японию. Я думаю. Можно пока выбирать, то успеет видео. Ну да, там 2 70-ника. Давай делать наверняка сейчас. На, там. Давай, я думаю, нормально. Ты видел, как я пенальти отбивал? Тебе такое не снилось. Да чё ты? Ставь себе, наверное, 70-ника модель. А мне чё? Да, мне сойдёт любой, блядь, 50-ник. Мясо. Там будет мясо. Да? Хорошо. Ну что, перепутал ворота? Блядь! Он отманивает людей. Давай, играй, пупсик. Пей. Ты, сука, перехват, о, блядь! О. Меня одного молния вимбала. Опять давай. Давай. Блядь, я не знаю, что происходит. В первой игре нормально, блядь, а в этих просто пиздец какие-то. Блять, их трое было, ебать. Давай попробуем. Хотел выбыть по-быстренько, они... Не знаю, я не знаю. Давайте больше хлеб делать. Давайте я буду супер делать сразу. Давайте. Отлично. Мы можем слабнуться. Ты девятый? Ну, пост-матч уже, хотя в тайм. Окей. Я съел драка. Отлично. Супер. Отлично. А сейчас получилось нормально. Я уже был на территории. То есть они нормально у меня получаются. Вот именно, блядь, прикол в том, что именно сходу на разлоке. О, ты проскочил, блядь. Удивленчики. О, все один. Надо забить. Давайте вот. Пока я не научился играть в защите. Да, блин. Оп. Обраточка. Сейчас. Вот, оперируй, не слабнуться. Вот. Татарский конь. Ай-яй-яй. Убил меня, скажи. Ох ты, блядь. Ёбан тебе нужен этот голый сейчас. Я потом... Можешь сейчас слабнуть, кстати говоря. Подожди, я девятый сейчас. Давайте мы посвятай его слабнить. А, ты как раз ставлю. Блин, ветер дурацкий. Да с ветром это, блин, без шансов. Через полполя, блин, чтобы мяч подлетел на голову. Я пошел. Надо было, конечно, ударить. Как я мог реагировать. Ты смотри. Блядь.
Блять. Хорош, хорош. Блять. О, Фредерик. Фредерик. Фредерик, блин. Хорош. Я вверху слышу. Блять. Вниз. Да. Вниз. Мемори добежи. Все, с лапой. Я? Yeah? Да, ну с лапой, а кто? Ну, перед, как раз перед таймом с лапой. 5-9. Давай. Я понял. Так он поменялся в кушечке, правильно? Да, да. Вы же не забудьте. Так а что, ну надо привыкнуть, конечно. Давай. Я на воротах, все, я понял. Поехали. Катерок, давай, не тебя, на ворот. Давай. О. Эй-яй. Да вот почему он опять не прыгнул, рыбка, а? Красиво. Блять, меня убил, мразь. О. Блять, ты меня убил. Да нихуя! Ну перебил, блядь. Бля, я главное перебил на высоте, а залетело, блядь, в штангу, нахуй. Ах, ты есть. Эх, чуть-чуть вышел. Да что за хуйня? Почему? Да его он видел от ветра, отскочил, блядь. Хотел в руки да, взять. Надо забить теперь, блядь. Блять, его хрен. Это был обманчик. Давайте разъебить его. Блять, никого нет. Один, напади. Чего? Ну? Блять. Блять. Страшно так летел. Давайте, буди блинчики. Блять. Супа, супа. Отбить, просто отбить. Я брал в руки синдром давителя. Не отбивал, я не отбивал, я вообще не нажимал. В смысле отбил, блять, в руки взять надежней? Нет, ой, ты бы отбил, я бы перебил, выбил туда, понимаешь? Не факт, что ты... Ну убери его, ну ты же первый, блять, ну ты же мощный. Чё ты его сейчас не убил, нахуй? Да не, он бы не убил его. Да чё он убил, он в поле, блять, уже хорошо пропустил. Ну просите. Там он... Блять, наверх, а он кидал. Ну ветер! А, все, все, один на один. А, почти один на один. Да супер дело. Убить, нахуй там. Да вы не убьете его, заебали вы. Да как? Еще раз, блядь. Давай. Ладно, я бегу. Подожди, не подавайте, не разыгрывайте. Не разыгрывайте. Попробуй супер сделать. Все, давай. Давай. Братан. Да. Супер, супер, супер. Блять, не в ту сторону. Я бы забил. Блять, сидят один алкаш, другой подсос. И что-то там эктопауэр обсуждают. Черти, блять. Что берем? Твари, блядь. Ну сильных кого? Смысл, блядь. Бразилию давай, да. Бразилию. Ну, Бразилию камерун за, не знаю, поднимусь. Так, Бразилия.
А что ты хочешь? Отвесим, да, я? Ну включи. Да, давай. Да, у тебя, у тебя, блядь, 2 минуты. Ты что, за 2 минуты не можешь мультик включить, блядь? Как мультик? Пиздец, что ли? Уже начинаем, все. Ну встань на, рядом со мной и включай. Мы за, не знаю, за Украину. А, пятого. Да, давайте. Первый рыбу он делал. Чтобы было время добежать. Да. Я скидываю. Смотрите. Хорош. Кучкуйтесь, вы, блядь, вдвоём идёте в линию. Это пиздец. Всё нормально. Сразу расходитесь. Если... Тут нихуя себе разводом, блядь. Да пиздец. Ебать. Серьёзно? Он один, два, троих переиграл. Ну, блядь, он перебил, ну что сделать в этом случае? Я выиграл, мяч, ебать, ну. Да ничего, пупсик, я же ничего не говорю. Я же не говорю, ты пидорас. Я... Блин, чё? Блядь, а чё, блядь, ебать, их кто-то, блядь. На пятого. А, ты не подстраивайся, блядь, пятый под... мяч. Я. Да, тут надо было под перекладину. А что нужно было? А, не смотри. Конечно, надо было, пупсик. Кузи блинчик. Попробуй рыбкой дать. Сука, блядь, татарин не наёбывается. Всё, это гол. Блядь, опять штанга. Хотя угол не сильно острый, а штанга, пиздец. Это странно. Ну блять, вот как? Блять, меня убило. Блять, он вообще нет. Вот там я стою. Но он летит там по флангу, я ж центр держу, чё нет? Один на один. Отлично. Хорош. Ебать, десятый так подлетел резко. Бей по низу, по низу, по низу, по низу. Да блять, это кому ты говоришь? Надо под перекладину. Нормально. Нормально. Так, мось, надо назад. Блять. Вынеси ваут, ваут, не знаешь, куда выбить, вынеси ваут. Ебать, засосал жопой мячик. Нормально, наш. Я буду скидывать. Попросите туда подальше, не меня. О! Двойной покончили мы с чёты. Блять, меня убили. Да нахуй, блядь! Отпините джойстик у него, он каждый раз, блядь! Уже не смешно, ебать! Да ну, чё, гонишь, нахуй ты, блядь, мочишь? Ладно, я с ним проехал. Блядь, ну это пиздец. Блядь, ты в натуре кренил? Хули ты делаешь, Ленин? Кончишь. Тебя уебать, блядь, дурачок. Да нормально все, смотри. Вот минус уже по-любому не было. Держим, держим, просто держим. Его можно сейчас убить в поле. Попадите, ёбаный рот, чё вы, блядь? О! Просите туда. Вы сейчас его точно можете убить, блядь, 100%.
блин. По центру. Блять, видно, что он лежит. Бля, нужен гуру, пупсики, вы чё? Да супер удачи, нахуй. Какой супер, блядь? Они бьют, блядь. Не, я имею в виду, блядь, ну... Давайте, супер. Сбейте, блядь, рыбку избейте, нахуй. Да, блядь, ты просто ебали, нахуй, что издевайте, блядь. А где тут кто, блядь, на раз будет? Сейчас с тобой, блядь, угоните, что ли? Уже так сложно идти. Да, если я сам, блядь. Сейчас, блядь. Ой, пизду. Ну, мы не давай ему. Ну, 10 человек. Перепрыгнули и все, ебать. Вот так вот нельзя сделать. Вот. Бей его, блядь. Ты пиздец какой-то. А почему пенальти не было? Не убили. Дошлой. Пенальти не было. Я остался раненым. За такое пенальти не дают. Только... О, блядь, кура. Чё заебись? О, ты что, их трёх? Давайте. Красный. Ты меня прищемили. Хорош. Блядь. Не дай ему выйти, блядь. Бей. Да блять! Сразу бей! Бей! Выпинывай нахуй, ленинит, время! Ой, не понимаю, что он говорит. Давай. Блять, ну что, хреново. Удара. Блять. Амяч. Достойный прыжок. Пятый, рот. А, блядь, время. Мило. Очень мило. О. Просто это у них один, что ли? Какой шестой? А, за них. Я его буду, что, блядь, у нас шестой. Давай. Я. Блять, так, блядь! Иди ты нахуй! Блять, я не виноват, что он не срабатывает, блядь. Ну что, ебать, я. Да, блядь, ну как я в руки не взял-то, блядь? Как мне, ебать? Хуйня какая. Я нажал вперед и удар. Забивай, пупсик. Ну хоть так, давай. Ну, правильно, мы с ногой махали. Ударь! Блять, ебаный рот. Да, и, блядь, или сервер, или я хуй не знаю, что, чем это объяснить, блядь. Ну супер, блядь, первую игру все нормально заметало, блядь. Да. Дерьмо, блядь. Не получается, блядь. Давай, Экта, тащи, сука. Ромик не умеет бить. А мяч. Да не Ромик не умеет, я все контролирую. Чик, ще. Я не знаю, я отвечаю, я нажимал вперед, блядь, я не понимаю, это что пидорас. Такое. Перекур пока, да. Какой счет? 3-2? 3-2 в нашу пользу. 3-2. Они 4-2? Нет, 3-2. Ты же как раз вторую игру сейчас на своем. Все войны. И кого выбираем? Камерун, оставшийся качок. Выиграли, бля. Ты охуенно бил пенальти. Мне нравится, как ты махал ногой. Махал ногой в воздухе, да. Артистично, но главное, махал ногой. Да, я специально хотел прыгнуть рыбкой, потому что я был уверен, что они не знают, что я девятый, и что я его, типа, блядь, наебать таким образом. Так, ну раз поссали, я тогда пойду с полосной чашкой, блядь.
Чё, ну у них ушел. Молодец, сыт в чашку, потом спала. Блять, что ты не все, что там? Ну, правильно, школа ясно. Бля, Эпка, ты не поверишь, у меня на работе такое чудо есть, оно в тазик с раствором сыт. Так, мы разводим, да? Да, мы подожди. Да, мы разводим. Я нажму ОК и отойду. Пауза. У них уже была первая Япония, нет? Да, кстати. У них была первая Япония. Они была сто процентов. Там Роме вступит. Я отошел бы. Ну, теперь только этими. Шмуперами хуячить. И убегать от этих кутёвок тоненьких. Коленки меня не явно не пользуются. Пушистик же не тут. Ну правильно, ждём, я жду. Пушистика нет. Не только меня, и Мэмори нет, он тоже отошёл. Он не разведёт пока. Сейчас я. Бубнов шестой, Тимощук у нас, вот у нас. А ну назови их все заодно. Так, Тимощук шестой, второй у нас будет Ромикс, восьмой у нас Дюныч, 12-й Жгунишка и 10-й Юли, 4-й у них Пятыч. Так, я если шо, кстати, тоже. Мамы ждем. Тимощук. Да, вот это, блядь, как раз на пятом он там упрыгает. Давайте на седьмого сейчас разводите, потому что там крутилки эти, блядь, не дадут сделать супер. Да. Да. А у меня сильный или? Чего? У меня сильный или нет? А, нет. Тут дело в том, что сильные, ну, 70-ники максимум, все, не могут. Видишь, блядь, у тебя тоже не получается сейчас. Я не знаю, блядь, почему. У меня, блядь, реально как будто не срабатывает. Я просто два раза шибли подряд, их оба бомбанул. Ну ладно, супер. Нет, у тебя удар получался, не только супер. Ну ладно, супер, еще понятно, когда, ну, может, высоты не хватает. Но почему, блядь, когда у соперника мяч сразу после развода, блядь, ты не можешь бить противника? Потому что я назад не умею отбегать правильно. Они разводят мячик у ихнего игрока, и, блядь, в прыжке не могут удар не срабатывать. Не мог не оставить, это жестяк. Да, камерунцы. А как же пупсики с Гвинеи? Ага, пузи-блинчики. А нет, где пузи-блинчики? Маленькие негры где? Маленькие, блядь, это не негры маленькие, а Таиланд. А, это монгольцы. Таиланд. Ой, да, это Таиланд. Пиши, ну на пиши. Готовы здесь? Пиши. Го. Так, Дарья, привет. Денис, привет. Рен, что не замечал вас, у меня чат был вернут. Да, давай, гол. На дискордом. Все, давай. Поехал на пятого на Рока. Зачем? Зачем? Подожди, на седьмого. На седьмого? Говорили же. Хорошо, на седьмого. Куда-нибудь уже погнать эту хуйню его. Бомби. Меня убили. Меня убили еще раз. Затачи. Блядь, там петухи, блядь.
Ну вы видели, блядь, они налетели на меня, сука, сразу. Налетели на двух простых, шмальных полей. Чё он, блядь? Ветер. Ветер его отпугнул, блядь, глаз. Супер ветер, конечно. Ой, блядь, ну... Ладно, ладно, у меня лагануло. Ложная тревога. Землинчик. Такой супер, кстати, сейчас тоже опасный, потому что, блядь, ветер. Блядь, давай, все, просто удар. Блядь, смотри, какой ездочий черт, блядь. Грызет меня. Блядь, надо блядь. Губами. Просто убейте его. Это зачем так было? Кого вообще это было? Давайте пусть блинчики. Или не спалю нападение. Да хуй на него, я стою еще. Нападающий. Ух ты, блядь, весь пи***. Играем 5-6, по факту. Блядь, у меня с пробежкой ебаная стоит. Воу, хорош. Красота. Да. О, видишь, у них тоже не получается. Блядь. Ау. Пройди. Ауф. А, блин. Я там наверх, кажется. Нападайте кто-нибудь. Я поставил пустую. Уже куда? Всё, он выкрутил, блядь. Наш. Отлично. Я взял. И там бы я перехватил, поэтому он выкрутил. О! Красиво. Ты, блядь, сейчас будет кто-то будет. Вот так. Ага. Это сахарный гол. Сивенько наебал. Да, Путин. Опа. Я просто бесит такие дебилы, которые орут на стриме. Типа лениниста, типа Фунио, типа там дураков. Да блин, меня бесит, когда Вратарь выходит из ворота, нажимаю под... Я блокирую их нафиг, чтобы... Иисус Христос вас чтобы... бесит. Нет, он не говорит о стриме, он нормальный пацан. А кто там говорит? Ленинист. Блядь, ебаный. А, попал, дурак. Давайте, подебил. Блядь, выкрутил. Блядь, так я попал на ой-ой-ой, сейчас возьмёт. Нахуй, всё это нахуй. О, вот, увлажняю. Ой, блядь! Я вышел. Воу. Нормально. Так я со вторым, я где-то готов понять, где он. Я начал у вас в зоне. А он не собьет меня, схуяли. Да о, нахуй, ты чего вообще творишь? Собьет, собьет. Собьет. Блин, я случайно... Ох, ты же я еще не буду свои ворота. Считать разница плюс 20, считать научитесь её. Он его вынес. Ну прям вынес, блядь, это. Отлично. Там был на медок. Надо. Там двое уже перехватывали. Второго туда. Да. Второго убью нахуй. Нет. О, ветерок. Не задул. Куда? Опа! Мясо. Мясо. Нормальный гомосток. Он опять этот глаз еду не делает. Он устал, блядь. Ладно, не долить мощу. Я... Пускай уходит, пускай уходит. Так он... Да, свободный, ебать, реально. Не играет. А, так он специально делает, чтобы язычный бежал или чё? Да, ну... Ветром сдуло. Пупси глаз. Ветер, ветер. Отлично. Да почему? Ах, ничего. Я. А. Меч меня убил. Вот, блять, вчетвером прям, блять, ворот. Тихо. Вот явно подземный ворот. Видишь, что я повезло, что лучше, блять. Так, я со вторым. Я со вторым. Блять, опять куча цифр, я реально не вижу, блять. Просите туда, первый, да. Ох, блядь, кому? Нормально удал. Блядь,
Сделайте вы супер, блядь, мы же еще ни разу не сбивали. Не сбивали мы. Ну, в смысле, не сбивали, но уже гол забивали в этом тайме. О, там пусто. Блядь. Настя же не сделал. Сайт. Фух, я успел. Соу сайт. Ummai, fuck it, it's a shit, can't respond, it's a range shot, thank you, please, 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 please. Better you deal with five sides, five stars. Pew! Давайте по землянчике. Так, я со вторым. Я бежи. Надо выносить. Что тебя смешит, блядь? Что, блядь? Так он тупой, он смеется просто. Чё, баг что? Потому что он со вторым, блядь. Это вижу. Это серьезно. Блядь, ну вот кто? Я. Нахуя? Моя зуба. О! И ПК. Ну, в смысле, геймсет. Геймсет матч. Жарай. Убил двоих, а потом некому больше собраться. Фу. Я себе не с тобой. 4-2. Самая качество. Так, они же терпим. Сделаем 4 шагов местами. Жигон вперед. Да. Это значит, Дюныч по-любому будет вперед бежать, похуй. Он не будет в защите стоять. Я не беру. Да. Я включил рокобили радио и вообще наслаждаюсь. Можно слить! Давай сливаем. Кто у нас остался? Кто у нас остался? А, бери сильную. Японию сильную, бери и все. Нет, подожди. Пролистай все, пролистай все. У них Германия есть? Ну, Аргентина. Блин, мы сейчас просто одну Японию. Лучше слить одну из на Германии, чего вы. Ну а потом Японию сильную возьмем. Берем Аргентину, а потом Японию сильную, все, ебем. Какая разница. А так у нас будет целых две команды. Да нет, хуйня. Аргентиной можно выиграть на изях. Так какой можно выиграть? В Германии. Мы тогда блядь. Могу я сбивать. Ну, так мы точно проебем. Но это, блядь, ноль шансов. Так Винеи 100% выиграем. Тогда Мексику ставьте, хоть вратарь сильный. Не надо Мексику. Что у нас есть? Подожди, у нас есть Аргентина и две Японии. Давайте другую Японию возьмем, слабую которую. Кстати, логика с Мексикой интересная. Все-таки два там 70-ти хотя бы вратарь. Ну, я и говорю, тогда Японию и Мексику берете. Сама сборная, конечно, унылая, но, блядь, хотя бы, да, 70-ти. А так его вообще будут сейчас Гвинею возьмем. Ну, и в чем будет смысл? Просто ты 5 голов, будет 5 голов этим. Давай Мексику, которая, блядь. Я по Аргентину взял. Не, мы Аргентину точно оставим, чтобы выиграть, блядь. Давай. Да, чтобы точно выебать. Вдруг сейчас выебать. Мексикой можно и выебаться. А как у них эта фигня работает? Вместо рыбки? Просто зажимаешь вперед и... Ну, я чтоб не делал. Какая фигня? Не делал, просто обычную. Вот нахуя Мексику? В остатке? Ну, бэ, без вперед. Смотри, я тебе объясняю. Если что-то пойдет не так, и мы начнем сейчас сливать игру за игрой... Чтобы это пойдет вперед, бэ, без... Ну, да, дайте хотя бы фразу досказать, блядь. Вы втроем начинаете перекинуть. Хохлов никому не интересно слушать. Вот за этим мы берем Мексику. Потому что Германии мы все равно сольем, что Аргентина, блядь, что Мексика, что Япония. Мы уже брали когда-то Японию. Не факт. Аргентина может выиграть. Помню, мы с твоей подачи когда-то взяли Японию на Германию и проебали там 7-0. Подожди, ну, бывает. Считать умеешь вообще? Мы не брали Японию на Германию, мы взяли Японию, а они взяли Германию. Что считать? Я думал, они не будут брать Германию. Что считать? Ну, сколько игр в остатке? Три игры максимум. Три игры максимум. Вот у нас остаются три сильные команды, чтобы точно выиграть. Три попытки, блядь. Ладно, поехали. Да, поехали. Сейчас счет 4-2. Правда, Лениниста нет. Две остается. Вторая Япония. Лениниста нет, а почему его нет? Он пошел подписывать.
Вы не слышали. Вот он тут. Давай, мы играем, Ленис. Тебя ждали, пупсик. Кузеблинчик. Эх, даже сбить. Мы тебя ждали, пупсик. А, все. Первый Япония ничего не всегда один должен со мной стоять. Тогда сейчас мы здесь. Блядь, меня пробили. Мы подождали тебя, мы услышали твой голос и начали играть. Ё-моё, чё это было тесте? Подкатывайся делать. Я вот с тобой вообще, ну, блядь, на полукруге штрафной площади стою. О, гил. Отлично, ну вот, видишь? Очевидно. Гил. Кузеблинчики. О! О! Не лезь, не лезь, не лезь. Ай-яй-яй-яй. Эй, мама, ты чё ж ты нажал? Ну, нападай, нападай, семёрка! Пиздец. Отбей, отбей! Подлагивал я, блядь, из-за этого тут... Лениниста, блядь! Блядь, да ничего, что ты делаешь, блядь? Вы чё, блядь, делаете? Вырвите нахуй эту кнопку, ты ещё раз просил всегда делать. Седьмого. Что это такое? Просто гол на месте, сраты. Делай супер. Вверх. Супер не надо, ну можно было попробовать так забежать. О, нормально. Дорогая, да. Отлично. Я ты купс. Ну под заметим, чувака. Чпам. Получил. Я беру в руки. Блять. Да вперед, вперед ему можно было, ну ладно. Блять, не успелся. Есть. Да почему? Блин. Вот. А ты, а теперь скажи. Что? Что сказать? Все, под перекладину. Трое там. А так? Да, нечего делать. О, никого нет. Я вот. Аю! Где никого нет, блядь? Ты чё, охуел? Все, все есть, все есть. Это так. Да. Это он заранее шарит. Пусть. Да, блять, меня пробил. А кто меня пробил? Там сложились. Вау, вау, вау. Здоров, здоров, здоров. Давайте гол сейчас и будет заебал. Нормально. Там сложились, там видел? Команда более слабая, так что счет вполне себе хороший. Мы выигрываем. На смерть. Хороший? Бро, ну что ты делаешь? Зачем? Можно было бы крутануть. О! Добивашка! Очень-очень. Суперочек, какой бы хороший игрок. Я вообще... Нормально. Случайно смотрю вверх-вверх. Эти петухи там сейчас будут бодаться. Бля, он... Вынь, пау, пау. Это чё сейчас было, блядь, цирк? Бля, ну убей. О, бля, а, блядь, ничего ты не... Меня, блядь, залагало, блядь. Да не пизди, кнопки отпустил. Ну, пингано. Не, в натуре залагало, отвечаю. Блин, я не... А вы бы хотя бы, сейчас будет. Лайк, ёпки. Команды, батя. Никому не пожелаю такого, даже врагу. Вот так вот, и всё, супер. Ливай. Гамма-секс, наш аптец.
Бля, там идет, а я зачем идет? Все, давайте, давайте. Воу. Да летит ветер, 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 ветер. Да кто выкручивает от ворот, блядь? Выкрутил я ворот, что-то. Ветер. Ну все, язычка хотя бы назад поднялся. Он выкручивал вверх, потому что был снизу от ворот. Это правильно. Я впереди остался. Он не мог. Ты... Это как мразь. Хорош, отлично, блядь. Ну он сейчас придет, сука. Он уже бежит, как мразь, блядь. Смотри, какой скоростью ебать. Ах, блядь, бежит, черт. Так, я со вторым. Только я его не вижу в упор, блядь. Блять! Ну блять, зарезка да, была. Спасибо, Даш, болезненно. Рок на тебя. Почему меня сбило? Я ж пропускал уже, блядь. Перебил, там еще сложилось. Что сложилось? Давайте, давайте, подкатик ему. Опа! Еще раз подкатик! Удар! Вау, бля. Сосите, только в кадре останетесь. Сосите, только в кадре останетесь. Все, да, вдвоем. Вот. Ну блин, да, ну. О, тот гол! Пенальтик, пенальтик. Мэмори, под перекладинку, чётенько. О, дурака обманул. Собрались. Всё, всё, всё. Торопись, лось уже. О, я вышел. Скажите мне, пожалуйста. Мне такой... У меня такое впечатление, знаете, что он побежал, блядь, даже не глядя. Ну, очень загорелось. Впечатление, блядь. Всё, опять играть. Тише вы, блядь. До свидания, всё. Гейммойер. Ой, бывает, по 5 минут. Всё, он опять выбежал. Дуралей. Просто очко сгорет. Да, Мексика и Германия обыграть, да, прикольно. Да, прикольно. О. Всё. Пусто, пусто. Да, блин. А я сейчас стоит на месте, ему пофиг. Он вышел! Из игры вышел! Да ну блин, что? Я чуть не обманул его, все. Все, гейммодер, хочешь смотреть махов. Да. Что создавать? Ну, чего? Давай, пошли вниз, блядь. Это слишком мало, дебил. Поставили, да? Да что вы создавать? Нет, сюда, сюда, все, сюда. Я сюда будет сейчас чморить вас. Иди нахуй, блядь, пидорас! Всё, просрали, опять 2, как лохи. Германия слили, я пытаюсь. Ну да. Нет, иди сюда. А я зачем, куда ты бежал? А, куда ты бежал, скажи, пожалуйста. Всё. Отряд. Наказали, лохов. Наказали. А я зыч. Да, говори. Скажи, пожалуйста, куда ты бежал, когда мяч уже забрали, блядь, и наш бежал на пустые ворота, а ты продолжал бежать, блядь, в наши ворота? Скажи, пожалуйста. Блядь, я бежал. Чем больше гуляешь, тем лучше. А ты в маске был, я не пойму. Ты знаешь, что нельзя нарушать, блядь? А какая разница? Мы уже и так выигрывали. Он с маской был. Мы вам дали этот. Мы вам дали еще поощрение. Да мы вам дали. Да, мы вас пожалели еще. Так что, блядь. Да, как лох играл. Ну, Ромикс из 10 пенальти в игре забил 0. Это вообще супер. Показатель. А Декта Пауэр просто мощный вратарь. Он даже мяч попасть. Это пар, да. Я даже лениниста похвалю, он реально играл неплохо. Ну-ка, чё он там? Зашёл. Хоть послушай, чё этот дурачок говорит. Да, кстати, надо его включить, блядь. Жень, я тебя разыгнорил, говори что-нибудь. Ты понимаешь, всякий раз, когда мы выигрываем, всегда Пушистик говорит, что я охуенный. Ну, да, они... Знаете, дураки, Мещука, Ромик, они все время в одной команде хотят играть. Раздельно, принципиально не желают. Сливаются за разом, но... Ну ты же волынку тянут, короче. Ты просто мяч уже не у него, он ногами хуярит в пустоту. Раз, два, три, блядь. Не, надо еще это, слышь, ленинист, ты в принципе так... Хотя там можно было добежать, забить. Тебе это, по вертикали научиться быстро. Мяч хорошо отскочил. Ленинец, слышишь? Да, ты ему надо. Вот по вертикали, чтобы быстро, чтобы ты успевал вниз смещаться резко. А так, ну, теперь нормально взялся за ум, предупредительно пролетело. Да что значит за ум? Я играю, видишь, только с сильными командами, чтобы да. Рейтинг повышать. Скоро я буду на первом месте. Не, слышь, это Декта Пауэр, а мне всегда с ними... Всегда тебя с сильными командами, уехал на рейтинг первого места.
Ну хули, блядь, я еще с слабыми командами не играл, блядь. Ну вот мужика второй день подряд сносит этот пуканчик. Короче, ты делаешь, да, грязь, грязец. Грязец, грязец. Грязь. Да, грязь. Ладно, всем пока. Давай. Давай. Живи, Беларусь. А я, значит, ты молодец. Ласковый, давай, ламповый грязец. Не, я значит, лох. Да, я согласен. Ну, поначалу играл, я даже... Я, Ротов нормально играл. Я даже не верил, что это я, честно. Юлик нормально отыграл, а я ну, язык, когда я отбивал... Ну, в конце я, язычный, конечно, хуйню творил, либо. Когда я отбивал по 10 ударов, мне уже надоело потом в конце уже, блядь. А Ромикс вообще играл, как пидорас. Ромикс, Ротов ебаный, пиздец он забивает, я хуею, блядь, с него, ебать. Забиваться. Охуел, да, блядь. Да, Ленин говорит, что хочет сделать. Нет, ну вот. Нахуй ты такие гадости про меня говоришь? Не хочешь, да? Ну я перепутал, извини, браток, извини. А у кого ты будешь делать ситуацию? Нет, Даниленко? Все время, сука, вру. Ну, Даниленко бы взял сосад. А кто это такой? Даниленко, блядь, я сосад сделал. А? Ты бы очко засосал прям. Кто там говорит, блядь? Очко было настолько, блядь. Ну-ка, позовите его. Я бы провел с ней Кунин Лингвист. Кунин Лингвист. Петинг на природе. Да. Уроды, я блядь. Я бы обучил русскому языку. То есть своим русским языком ты бы туда ему в жопу залез или что? Да. В смысле ему, это тёлка Даниленко, это ваша коляска. Так кто же знает, блядь, кого-то. В смысле, ты должен знать своих героев, блядь. Герои? Ну да, она клёвая вроде блогерша. Я думал, я не знаю, кто. А что она ведёт вообще, блядь? Политик. Да хуйня, да. Политику реально? Политик. Ну загугли, Даниленко. Да она, блядь, такая клёвая, реально, такой секс. Я говорю, я не могу смотреть, потому что меня просто выворачивает наизнанку. Я хочу просто дрочиться. Ебаться. Сразу, блядь. Да, блин, ты делаешь дрочиц, при этом хочешь ебаться. Я хочу и ты, блядь. Встаньте, пожалуйста, вот так, я буду делать дрочиц. Вот это ебанал 9000 человек? Наверное. Бать. У нее татуировка еще, знаешь, как будто бы за сисечку ее кто-то трогает. У меня такая татуировка. Так, ладно, господа, давайте. Пока я тоже пошел. Я заканчиваю встречу. Да. Была драка номер 50, юбилейная. Легендарная, блядь. Да. Где вы команда номер 1? У нас была сильнее команда или нет? Счет 5-2. Всем пока. Пока. Колокольчик ставить. Да, у нас ну, было... нажимайте на бубенчик, понимаете. Бубенчик. Тяните. На треугольничек. У нас была сильнее команда или нет? Как хуй знает, непонятно. Я думаю сильнее, потому что... Да, я думаю сильнее. В атаке, блядь, это пиздец, блядь. Как он забивает, я хуею, блядь.